Лагерь «Солнышко» возобновил свою работу. В оздоровительном учреждении открылась вторая смена. Напомним, в связи с массовым отравлением детей в начале текущего месяца лагерь был закрыт. После инцидента, случившегося 10 июня, здесь сменилось руководство и сотрудники пищеблока. В настоящее время суд вынес решение о возобновлении деятельности. По данным Роспотребнадзора, территория лагеря полностью готова к приему детей. Здесь была проведена камерная обработка постельных принадлежностей и дезинфекция помещений. Повторно открыл свои двери для отдыхающих и лагерь «Березка», где также произошло ЧП и отравились дети. Открытие лагеря «Березка» произошло по решению суда. Затем, так как лагерь представил все доказательства документальные, что были устранены все нарушения и проведен необходимый комплекс санитарно-противоэпидемических работ, то судом было принято решение о досрочном открытии лагеря. И поэтому с 26 числа в лагере началась вторая смена.